Кургане мы встречаем дождем, который идет в столице Хакасии с самого утра. Это повод для работы спецтехники на улицах города. Что же касается прогноза синоптиков, то в первой декаде и преимущественно во второй и третьей ожидаются умеренные дожди, местами ливни. Рано утром техника спецавтобаз ЖКХ вышла на улицы города. Машины работают на Советской, Некрасова, Лермонтова, Кате Перекрещенко. Большое внимание к автомобильным перекресткам, пешеходным переходам, территориям вблизи социальных учреждений. Откачка дождевых вод проходит в штатном режиме. Весь муниципальный общественный транспорт работает.